Артисты концертных бригад рассказывали о том, как их принимали в армейских частях и госпиталях. Все это подготовило меня к решению взять на себя художественное руководство фронтовым оперным театром. Оперный театр выступает во фронтовых условиях. Такое было впервые в мире. Иосиф Туманов. Вчерашний спектакль шел спокойно, как будто ничего не произошло. И актеры в этот вечер играли особенно вдохновенно. Несмотря на проданные сверх нормы билеты, зал был полупустой. Не пришли мужчины. Мужчины в тот день стояли в очередях у военкоматов. Михаил Жаров. Я пела, и мне казалось, что креолка и моя тень уже вчерашний день. И только когда начала петь Рокки, слезы вдруг подступили к глазам и перехватило горло. Боже мой, о чем я? Ведь сидящие в зале уже провожали сегодня на фронт самых дорогих и близких. И война надолго, а то и навсегда разведет миллионы рук. Клавдия Шульженко. Лучшая награда для поэта, когда песня согревает солдатские сердца, звучит в землянках в час перед атакой, становится задушевной спутницей человека на войне. Это было 16 строк из письма жене, на которые композитор Константин Листов написал песню «В землянке». Алексей Сурков. С песней «Одессит Мишка» я неоднократно выступал по радио, когда мой родной город покинули наши войска. Обращаясь к молодому парнишке, я чувствовал, будто говорю свои собственные слова, забывая о том, что я артист. Я успокаивал не только Мишку, но и самого себя. Леонид Утесов. Все актеры бригады Центрального театра Красной Армии, уезжая на санитарном поезде после выступлений в городе Жмеринке, помогали медицинскому персоналу ухаживать за ранеными. Артисты мыли операционную, давали медикаменты пострадавшим, работали санитарами и сиделками, а в свободное время давали концерты. Петр Константинов. Никто не мог сказать, где будет ночлег и будет ли он сегодня вообще. Обычно нам не разрешали ездить ночью, но мы это правило постоянно нарушали. Ведь после выступления нужно было посидеть, рассказать о Москве, а утром по плану три концерта. Рина Зеленая.